действий, чтобы наши чувства все время были наготове. Подобно тому, как 1 сентября общеобразовательные школы принимают новых воспитанников, пермская школа карате раз в год проводит торжественную церемонию посвящения в спортсмены. До этого он был просто занимающийся. Сейчас он спортсмен, который должен готовиться и выступать на соревнованиях и завоевывать места. Лучше, естественно, первые. Одна из самых зрелищных частей праздника – ритуал тамисивари – разбивание досок. Это не столько физический, сколько психологический тест, который должен помочь спортсменам собраться и вспомнить, чему они уже научились. В теории они знают, как разбить доску. Надо сжать кулак, завести его за плечо и с размахом присесть и сломать доску кулаком. Разбивание досок – то, что простому человеку кажется почти невозможным, для каратиста – азы. А вот получить, скажем, черный пояс или мастера спорта международного класса труднее. Майя Брагина, чемпионка России по карате и обладательница 3-го места на чемпионате мира в Японии, знает, каким должен быть настоящий спортсмен-каратист. Ну, это должен быть сильным характером человек, и я считаю, что это должен быть очень достойный человек, обладающий, как говорится, всеми добродетелями. Пермские каратисты – одни из сильнейших в стране. Традиционно занимают общекомандные призовые места на чемпионатах России. Совсем скоро, в 2011 году, состоится чемпионат мира в Японии. Почти половина сборной России – это воспитанники пермской школы карате Кёкушинкай.